Сегодня в Карачаево-Черкесию с рабочей поездкой прибыл заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатов. Вместе с руководителем Карачаево-Черкесии Рашидом Тимрезовым Джамбулат Хатов с утра осмотрели головной узел БСК и провели выездное совещание по вопросам реконструкции объектов мелиорации, находящихся на территории республики. Подробности у Али Баташева. Мелиоративная система нескольких регионов страны запитана водами Кубани, и любая стратегия развития должна начинаться у ее истоков, убежден первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. Участники рабочей поездки осмотрели головной гидроузел Большого Ставропольского канала, расположенный в Жигутинском районе, и обсудили вопросы реконструкции крупнейшего объекта мелиорации. Я нахожусь в командировке по распоряжению министра сельского хозяйства Оксана Николаевича Ткачева, который поручил встретиться с руководством республики и обсудить стратегию развития мелиорации для дальнейшего наращивания объемов сельскохозяйственного производства на мелиорированных землях. И у нас есть полное понимание, что мелиоративная система республики нуждается в определенной реконструкции, но те задачи, которые ставятся руководством страны и востребованные в республике, будут выполнены в полном объеме. После осмотра объектов участники провели выездное совещание, на котором обсудили стратегию развития мелиорации. Речь идет о завершении первого этапа реконструкции гидротехнического сооружения БСК, в частности, строительстве аварийного водосброса канала. Второй вопрос, который мы обсудили, это все же дальнейшая стратегия передачи водопроводных сетей, которые в перспективе запланированы. Мы разделяем позицию республики в том, что сегодня нецелесообразно это делать, и совместно с республикой будем отрабатывать алгоритм действий, который позволит нам приступить к модернизации этих сетей, к последующему передачу эффективному пользователю, которого подготовит регион. Спасибо руководителю за приглашение. Мы сегодня четко понимаем, что будущая стабильность водообеспечения и работы Ставропольского канала и последующих будет зависеть от своевременной модернизации, которую нам необходимо в ближайшие годы здесь провести. Данная рабочая поездка первого заместителя министра не заканчивается только мелиорацией или Большим Ставропольским каналом. Мы уже обсудили, в принципе, все те направления, по которым мы сегодня с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации работаем. И скажу так откровенно, что мне очень понравилось. Джамбулат Хазирович точно нам сегодня указал на те моменты, ну так скажем, той дорожной карты, по которой сегодня субъект должен двигаться при помощи и поддержке Министерства сельского хозяйства России. Та помощь уже практически со стороны Минсельхоза для нас это очень большое подспорье. Я говорю об этом всегда. У нас 60% населения жителей республики – это жители села. И это один из тех основных китов, так скажем, одно из основных направлений, где у республики есть точки роста. И в этом нам Министерство сельского хозяйства оказывает поддержку и планирует ее еще и наращивать. За что я хочу поблагодарить. В ближайшее время на объекты БСК будет направлена рабочая группа специалистов Минсельхоза России и гидротехнических инженеров, которые дадут оценку текущему состоянию дел на объектах реконструкции и предложат оптимальный вариант дальнейших действий. Али Баташев, Аслан Баташев, Вести Карачаево-Черкесия, Усть-Жигутинский район.